Ага. И значит, мы слушаем тогда историю этих щенков. Ночью недавно поступила мама. А? Недавно мама поступила ночью в питомник с большим-большим животом. Маму нашли, привезли. А где мама жила? Ага. На улице? Да, на улице бегала. Ночью как раз после того, как поступила, ну, давайте великолепно щеночка. И вот теперь щеночки, овчарочки. А мама какая у них была? Мама у них дворняжка А? была. Мама дворняжка была. Ну, дворняжка тоже овчароид, да? Серенькая, черненькая. Черненькая. Тоже черненькая такая. Вот так что вот такие вот умные собачки ждут Ей по своих 4 месяца. хозяев. Два братика, сестричку оставили дома сегодня. Вот, ждут своих хозяев.